Добро пожаловать на подиум. 25 очков в первой гонке, вторая не удалась, но тем не менее. Сейчас мы найдем награду, которая найдет своего победителя. Больше, вот меня поправляют, все правильно, со ствола больше. Ну, ничего, со старших начали. И, соответственно, пилот, который сегодня набрал 22 очка в первой гонке и выиграл вторую, Гольц Сергей. Добро пожаловать на подиум. Первое место. Сейчас награду найдет. Нет награды? Дай любую. Пусть сфотографируются, потом зайдут в оргкомитет и получат. Вот. Так. Так. Это точно я пишу. Ну, так всегда бывает, смотрите. Гоняться гораздо проще, чем выдавать награды. Но сейчас Антон точно разберется с... нужный. Да, нашли, разобрались, запутались. Поздравляем, ребята. Ну и, конечно, давайте попробуем забраться на наш подиум для того, чтобы сфотографироваться. Вас, конечно, много, но занимайте все места свободные. А страна знает своих героев. Вот так вот, отлично. Так, мы сейчас давай ССВ-1. У тебя есть награды для ССВ-1? Смотришь? Есть первое, второе, третье место, да? У нас здесь вообще кворум такой подиумный. Отлично. Итак, класс ССВ-1, третье место. Человек, который ехал под номером, но без фамилии. Мы долго его вычисляли. Спасибо нашим судьям, которых не обманешь. Виперчук Виталий. Третье место. Добро пожаловать на подиум. Видите, почему его так непросто найти? Его же не видно. Он же уже испачкался. А, второе место. 25 очков в первой единственной гонке. Третьяков Евгений. Класс ССВ-1. Еще один человек с флагом. Ну и, собственно, первое место. Человек, который набрал 20 баллов и 25 во второй гонке, соответственно, пришел вторым и первым. А, Юрков Алексей. Ну и, соответственно, ваш Тома. Получаете вашу награду. Вот я сейчас ищу класс миди.